Туристический фестиваль, организованный студенческим турклубом Казанского федерального университета «Альтер-Эго», подошел к концу. Местом проведения был выбран лес на побережье реки Илеть. Здесь на протяжении 2 дней 10 команд проходили различные этапы туристической подготовки. Команды сами оставили лагерь, что мы помогали, также объясняли, как это делать, учили. И для чего все это нужно? Для того, чтобы ребята, которые вот хотели бы заняться таким видом отдыха, понимали, как это делать правильно, безопасно и без вреда для окружающей среды. Активный отдых на природе – то, к чему необходимо основательно подготовиться. Освоить навыки ориентирования, научиться правильно выбирать место для костра и установки палатки. Обучиться этому проще на практике, когда рядом есть уже бывалые туристы с профессиональным снаряжением. В этом году Турфест был проведен при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Средства были направлены на транспортные услуги для участников, приобретение необходимого оборудования и снаряжения, а также на производство фестивального мерча. То снаряжение, которое мы получили, те средства, они, естественно, останутся у нас на будущее. То есть с помощью них мы будем ходить в какие-то походы. То есть сейчас у нас будет проводиться походы выходного дня, это первую неделю октября. И в следующем году у нас будет аналогичный турслет, уже с тем же снаряжением, с теми же веревками, палатками, всем тем, что мы смогли получить благодаря гранту. Ну и сами походы, естественно, то есть благодаря тому, что мы смогли привлечь большое количество новичков, большое количество людей вот к такому виду туризма, мы сможем проводить много интересных, классных, крутых походов по всей нашей стране. И, возможно, даже выигрывать в каких-то чемпионатах, соревнованиях и так далее. За время фестиваля участники научились преодолевать болотистые участки, вязать базовые узлы, правильно ставить палатку и разжигать костер. В ближайшее время турклуб Казанского федерального университета проведет ряд мероприятий, на которых студенты смогут узнать о том, как правильно подготовиться к походу. Маргарита Михайлова, Амир Ахтямов, Универньюз.